Привет, народ! Наступил второй день нашей рыбалки. Мы, слава богу, проснулись. Тепло, хорошо нам было спать. Вот. У нас тут вот такая вот... Такая вот у нас грусть. Ни одной сработки вообще. Ни одной. Али мы вчера на удочку ловились. Вяло-вяло, а на жерлицы вообще ловиться не хотят. Пойду поищу окуня, этого полосатого бандита, может, найду. Народ, доброе утро. Я только-только-только глаза разлепил. Мишка уже на улицу выскочил, собрался. Пошел на Лиму стучать. И как не могу проснуться, блин. Пойду его сейчас догонять. Герасим, выходи, здесь клево. Клево? Клево. Пока нету, но хорошо. Сейчас выйду. Сушки брежу, да? Да. Одного вытащили на жерличку. Да? И у меня есть подозрение, что на одной есть. А что, торчит? Нет, не торчит, но как-то подозрительно он стоит. Загадочно так. Ребят, у нас вода кончилась. Вот умываюсь минералкой по этому празднику, блин. Не хочет литься минералка. Помолодели до 10 сразу. О, попили мы чайку, пойдем ловить на лимосов. Народ уже ловит, вовсю сидит. Я вот прям чувствую, как внутри бодряк. Бодряк заставляет мои руки и ноги двигаться. Да. Все, пошли мы на лимосов ловить. Опа. Да, есть. Глубины-то смотри, сколько всего. Первый экстрактор, он у нас вот такой маленький, для маленького налима маленький экстрактор. Налим уже одурел. Ну вот здесь крючок рядом прям, то есть в принципе, классический экстрактор, просто маленький. Тот же самый, что у нас вот этот вот есть, но вот этот хват, мне кажется, более удобный. Сейчас попробуем вот эту доставалку, как работает. Здесь у нас была креветка. Вкусная икренная креветка была у нас. Мешок не маленький. Нормальный. Иногда бывает. Рыбы мало у вас, а мешки у нас нормальные. Толуха на борту. На борту. Пусто. Пусто. На этой поставушке у нас пусто. Напоминаю, это у нас креветки. Кривентосы. Тоже пусто. Тоже пусто. Ой, нету клёво. Вот все по одному снимают. Ребят, и... О,
О, креветка дергается. Куда действенная вода рыбинская оживляет креветку. На Онега, конечно, налим крупнее. Ничего не скажешь. Вот на Черную речку надо будет съездить. На Онега. Попробовать там половить. Куда он ходит. О, есть! Хорошенький. Чего же он у нас творог не выдернул? Надо было мне принести. Пойду я принесу шмотку. Зачем? Все, все, он выходит. Не, не выходит. Есть, ребята. Так. А вот теперь мы возьмем вот эту кусаку нашу. Хороший. Ребят, ну дергался он мощно. Слушай, ну смотри, какая хорошая доставалка. Доставалка. Я его боялся отпустить. Ну крупняк рыбинский. Трофейный экземпляр. Да, трофей. Блин. Трофей. Ничего не скажешь. Надо работать в паре. Да не надо. Ну что, ребят, креветочки работают. И вот это радует. Не столько рыба радует, сколько то, что работает креветка очень хорошо. И это самое. Ну смотрите, как удобненько. Оп, взял его за плавничок. Вот эта штучка у нас будет жить. Да. Удобная хвата. Так я его за нос вытащил этой штукой. Да, хорошая штука. Да. Вместо багорика. Вместо багорика за губу раз цапнул и все. Да. Ну вот. Ну у нас скоро еще придут лип-гриппы. Ребят, вот эта штучка стоит рублей 200. Здравствуйте. Я потом дам ссылку вам на нее. Можно вынуть креветочку. Да, я сейчас выну. В принципе, вот с этими все понятно. Штуки удобные. Хват удобный достаточно. А вот, да. Спасибо, Михаил. Сколько много неожиданных применений, да? Да, сколько много применений. Недоступных мест там. Так, нам это, шумовочку дай. Ты взял? Да. Чуть-чуть прочистится. Сейчас мы почистим рынку. Да не, сильно не надо мне, чтобы прокинуть тут. Видишь, налим очень маленький, он даже флажок не может дернуть. Пробивай грудь. Не могу. Блин. Я уже клюнула. Нет, тут надо, знаешь, как я тут... Че? Вот. Ну, оставляй там. Так, ребятки, здесь у нас миди в этом ряду насажены. Ноль. Ноль. О, есть. О. Ну что ж, вот у нас и на мидию сработка. Вот такой опять сепелявочка. Слушай, они здесь какие-то темные и вытянутые налимы. Ну да. Омега, они были больше. Были больше. Так. А я вот этот не пробовал еще. Ну, в принципе, классический. Ребят. Вот да, так вот. Удобно. Позвольте. Пожалуйста. Спасибо. Такой универсальный экстрактор. Да. Для того, чтобы и положить рыбку, и да прям за шкуру его схватаем, им можно хватать. Плавничок, он за хвост, за шкуру. Да, это. А, очень такой интересный экстрактор и недорогой. Давай креветочку оденем. Да, поглубже чуть-чуть пупки надо искать. Ну и то, смотри, у нас уже третий налимчик. Мимо. Так, ну что, пошли по ряду корешки. О, смотри, какая мерзла. О, есть. Есть, ребят, на корюшку взял.
На лимдос. А все, он выйдет сейчас. На лимдос. Ну вот так вот. Рыбинский микроналим. Да, у нас именная жерличка, смотрите, какая красивая. О. Они с такой глубины тянутся, знаешь, как будто бы там крокодил сидит. А там, блин, 200 грамм недоразумения. Совсем наоборот. Ну что, ребят, по результатам ночи получается, что у нас 3 налима на постовухах на креветку, 1 налим на мидию и 1 налим на корюшку. Делаем выводы. Креветки быть как наживки. Будем использовать. Правильно, Мишка? Ура, креветки. Ура, креветку. Ребята, мы тут посовещались и решили, что нам уже хочется на Онегу. Там мы таких налимов отпускали. Давай быстрей! Рыбалка ему барская! Бегом, сказал! Да, ваше сиятельство, бегу! Ваше сиятельство! И палец тебе сейчас еще один сломаем. Можно я сам. Ребят, сейчас занимаемся поиском рыбы. Вот как раз Мишка сидит на задней площадке. Я проезжаю метров 20-30, останавливаюсь, он бурится, и едем дальше. Потом по этим лункам будем проходить с камерой и смотреть, где есть окунь. Вот смотрите, как это происходит. Такой, ребят, огурец тут. Вот тут мы ловим налима, и вот сюда переехали попробовать поискать окуня, вот на свальчик. Здесь с 5 метров до 7,5 такой свал идет небольшой. Вот. Вот здесь пробуем. Ну вот, ребят, мы сейчас, в принципе, проедемся. Сделаем дырок 10, потом по своему же следу прокатимся и камеру прям с вездехода попускаем, посмотрим, где есть рыба. Вот так они и мучились. Разглядывая дно морское. Вот есть дно, все. Дай-ка. Мишка говорит, что это судак. Мне кажется, что это мудак какой-то. Оп, видел? Такой длинная какая-то рыбешка. Может, это тюлька? Мелкая длинная рыбешка. Во, ребят, к нам подъехали самодельщики. Говорят, в интернете видели нас, а это самое. Вот вживую увидели на Рыбинском. Ребята подъехали, разглядывают, трогают. Смотрят. Радуемся, что есть техника, что есть умельцы в нашей стране. Да. Да, Алексей Маратович молодец. Ну что, ребят, будем мы кушать. Мишка вон точит уже во всю борщ. Это, конечно, не грибной суп из белых грибов, который мы кушали в порту Весегонск в отеле. Но для тех условий, где мы находимся, очень даже достойно. А находимся мы на льду, километрах 15, наверное, от берега. Да, Мишань? Да, едим горячий борщ. Да. Еще надо придумать, консервировать пельмени, потому что мне очень в ресторане понравились пельмени. Бомба. Бомбочки маленькие, бомбочки вот лежат в тарелке. Да. Но это учитывая все то, что
планируется еще открытие вообще рыбной кухни, рыбного меню. То есть в ресторане будет очень много рыбного меню, потому что, ну, находясь на рыбинке, не делать рыбные блюда это разнообразные. Это преступление. Да. Так что я думаю, если кто-то уже приедет, то там уже будет большое рыбное меню. А мы кушаем, собираемся. Силами и... едем. Ну что, ребят, поедем проверять постовухи и собираться, наверное, домой. Снимать их и поедем домой, потому что рыбы нет, зима глухая. Одним словом, не клёво. Не клёво. Клёво, как обычно было вчера, все так говорят. Сегодня не клёво. Ну как успехи? Рыбаки есть, рыбы нет. Вот, ребят, снимаем постовухи. Ну вот, ребят, короче, говорят нам, что нашли судака рядом здесь, и народ его ловит, 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 ловит. И вот мы не знаем. Затесалось нам сомнение. Да. Смутное. Не остаться ли? Не посмотреть ли? Да. Так ли это? Да. Вдруг там ловят, ловят, ловят судака, ка-ка-ка-ка. Судакового. Ну, как минимум, надо проверить информацию. Потому что судак, ну, очень вкусная рыба. Да. Поедем мы, съездим, посмотрим. И проверим. Говорят, туда снежиков 40 ушло, и никто не вернулся. Ловят второй день, люди замерзают на снегоходах. Или там майна здоровая такая, знаешь. Люди замерзают, и это самое, не возвращаются все равно, так все судака хотят ловить. Что, есть? Есть? А? Зацепу. Не понял. Зацепу. Зацепу. Вон кто-то достает. Во-во, смотри, рыбку достал. Вон, 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 видишь, достал. Судака. Видел? Да, да, да. И тихонечко так, тихонечко присел, чтобы не мог. Нормально. Карман ловил. Да, и тихонечко, тихонечко его. Судачок есть. Значит, ловим. Ребят, смотрите, сразу народу сколько туда подлетело. Окружили, тут же оббуривают моментом. Знаете, как рыбаки пропадают на ловле судака? Один ловит судака, к нему подъезжает много народа, обсверливают это место, и тут лед ломается. Да. Вон, 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 все, 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 смотри сразу. А судаки к нам сейчас придут. Ну и сразу все. То есть мы почти угадали, Миш. Вот, ребят, один человек поймал судака. Посмотрите, что творится. Его тут же обурили со всех сторон. Снегоходами везде. Это, снегоходы просто облепили. 20 человек сейчас подъедет, стая разбежится оттуда. Побежит к нам. Слышь, надо просто плюшевого судака взять и заорать. Есть! На... Опа! Да блин, а. У меня вот зацеп. И это... А, вот, все, отцеп.
Нифига не радует это, ребят. Вот. Ну все, тут атака просто. Нам даже переходить никуда не надо. Сейчас сами сюда придут. Судачок начал брать там. Видишь? Все делятся впечатлениями, как это было. Да. Все хотят поговорить об этом. Все сразу подтягиваются к этому месту. Ну а мы-то хитрые, место само к нам подтянется, правильно, Миш? Да. Вот еще, ходи за этим судаком. Сам придет. Невелика. Опа! Вот вроде что-то было. Вот здоровый. Здоровый, не лезет. Вот сейчас зацеп у тебя есть, да? Держу, угу. Держу. Дыхание, неси пешню. Давай долби. Отсюда, отсюда. Давай, а тут соберутся, елки-палки. Неси, неси наш 230-й бур. Вообще не смешно что-то. Ёпарносоте. Ха. Чё? Чё ты мне дашь? Это же надо. Не надо, не надо. Чё ты прям это сам? У меня есть тут блёсны ещё. Всё есть. Ребят, прошло 10 минут. Смотрите, что здесь творится. Да-да, одного судака поймали и всё тут. Бум. Все облепили просто. Так. Не клюет рыба. Опять народ рассредотачивается. $3.50 здесь. Ну-ка. Нет. Так. А вот. Ну, смотри. Махни. Видишь? Тык. Да. Махни. Видишь? Тык. Видишь, махи твои? Да, да, да. Ну, смотри. Тык. Тык. Ну, это... Да, вот оно. А здесь? Тут? Эй, никак. Никак. Ну вот тут один же цапнул, тут все сразу слетелись. Все, поехали. Фу. Так, куда нам ехать-то? Ага, вот нам сейчас вот так наискосок. Все, ребята, мы едем на базу Брейтова. Выбираться домой. Нам еще надо розетку починить на прицепе. Что-то она у нас гав-гав.
Ну все, ребят, закончилось наше путешествие, наша рыбалка. Вот. И мы хотим поблагодарить яхт-клуб «Порт Весьегонск» за предоставленную возможность посетить Рыбинское водохранилище. Ну и, конечно же, мы побываем у вас еще раз. Ну, наверное, уже летом. Спасибо. Спасибо. Пока, народ. Всем счастливо. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.